концу июля печально известный детский лагерь «Виктория» будет готов вновь принять детей на отдых. Сейчас заведение активно готовит к новому заезду. В двух жилых корпусах ведутся внутренние работы, проверяется исправность необходимого оборудования и коммуникаций. Чуть позже приступят к кровле. Особое внимание к противопожарной безопасности. Все горючие панели из помещений уже демонтированы. Сделаны пожарная сигнализация, пожарное оповещение. Согласно того предписания, которое было у нас МЧСом дано. Предусмотрено установить пожарный гидрант, который на главном водоводе на улице Дачи Ковалевского при въезде. Уже он установленный, смонтированный. Сейчас только колодец обустроится. И это пожарный гидрант, который круглосуточно, круглогодично будет работать. Сигнализация тоже будет. Ее должны подключить после завершения всех работ. Новое руководство лагеря говорит, что заявки на первый заезд из 140 детей. Осталось только укомплектовать штат воспитателей в 15 человек. Это будут победители спортивных соревнований, это будут дети из многодетных семей. Вот, и пятый интернат, там небольшое количество детей будет. Это вот то, что сейчас планируется. Штат сейчас мы набираем воспитателей, поднимаем этот вопрос, потому что с детьми должно определенное количество воспитателей быть. Я думаю, мы этот решим уже вопрос в течение 10 дней. Директор сообщила, что деревянные корпуса, которые сейчас под арестом и огорожены забором, будут круглосуточно охраняться. Подрядчика уже ищут. Полностью завершить работы строители обещают к 25 июля. Их общая стоимость почти 5 миллионов гривен. Напомню, что ночью 16 сентября 2017 года в лагере произошел пожар. Полностью сгорел один из деревянных корпусов. Тогда же огонь унес жизни трех девочек. Судебное разбирательство до сих пор не окончено.